Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами гороскоп. Необычный гороскоп. Мы поговорим о грязнулях и о неряхах по знаку зодиака. И уделим внимание нашим милым и дорогим женщинам. Поговорим о том, какая же женщина, и с которой достаточно сложно быть в быту. Интересная информация, рекомендуем всем досмотреть. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы хотите особенно намекнуть на то, что им нужно менять свою жизнь. Наверное, для многих страшное слово «быт». Почему? Дело в том, что именно это слово и вообще это восприятие разрушило множество отношений. И считается, что быт должен лежать всегда на плечах женщины. Но есть такие представительницы прекрасного пола, которые не приспособлены от природы заниматься этим. И, конечно же, можно по знаку зодиака выяснить, какой же будет женщина. Она будет хозяюшкой или неряхой. Итак, какие же женщины считаются хозяюшками, а какими неряхами? Итак, друзья, самой лучшей хозяйкой считается женщина по знаку зодиака Козерог. Почему? Дело в том, что именно она способна наладить быт и справляться с любыми вопросами. И она удачно, хорошо умеет распределять семейный бюджет. Она умеет строить все сметы для предстоящего ремонта. Она и ремонт даже способна сделать сама, если решит, что мастер придет, например, обойдется достаточно дорого. Такая женщина в знаке зодиака Козерог, она умеет все делать сама. Но, дорогие мужчины, это не значит, что нужно на ее плечи в обязательном порядке повесить все проблемы, связанные с бытом. Нет, потому что она все-таки не железная, и ей нужно помогать. Но все равно старайтесь, если у вас женщина-козерог или бабушка-козерог в семье, старайтесь именно быт отдавать именно ей, потому что будьте уверены, что именно так вы будете успешны, и вы будете знать, что у вас в доме и чистота, и порядок, и убрано, и наготовлено. Не менее хозяйственной считается женщина по знаку зодиака Дева, но она не терпит, когда что-то лежит не на своем месте. Вы даже можете у Девы брать уроки по грамотному хранению и распределению вещей. Потому что именно Дева думает на несколько шагов вперед. И знаете, про таких даже говорят, что готовят они сани летом. Вот все дорогостоящие покупки Дева планирует заранее. И старается многие вещи, предметы декора покупать именно в сезон скидок. В ее доме всегда будет царить и уют, и комфорт. Но чтобы у Девы всегда было вдохновение заниматься и уборкой, и готовкой, и заниматься тем же ремонтом, обязательно время от времени именно Деве дарите маленькие подарки. Это может быть, например, и какой-то вкусный тортик. Девы это тоже женщины любят цветы дарить. И для нее это будет вдохновлением для того, чтобы творить и делать то или иное. Далее у нас, друзья, весы. Весы, они, наверное, занимают третье место в рейтинге заядлых хозяюшек. Если супружеская жизнь устраивает их, то она сделает все, чтобы семейное гнездышко превратилось в неприступную крепость.
В ее доме будет все разложено по полочкам. Если гости замечают в доме весов бардак, то это может означать, что она просто отлучилась из дома или вариант как больна. Следующими идут женщины, которым можно назвать золотой серединой. Она не слишком заморачивается с уборком и созданием уюта, но и не забывает на это вовсе. Первая – это женщина-рак. Она очень любит свой дом, заботится о семье, уделяет внимание деталям. Но если ее мужчина решит взять быт на себя, то она с радостью ему все передаст. Рожденная под знаком близнецов, очень любит появляться на людях, поэтому в этом доме она постарается создать оригинальный и необычный интерьер. Однако сама совсем справиться она не сможет, и ей нужен мужчина, именно вдохновитель. Ее задача хвалить ее и подогревать в ней интерес к обустройству дома. Далее женщина-водолей. В силу своей артистичности водолеи, они независимы и энергичны. Но в то же время именно водолеи они не могут быть идеальной хозяйкой. Однако раз в месяц она берется за уборку, и если ее ничего не отвлекает, то она наводит красоту и порядок. Женщина-телец любит жить в уютном и комфортном доме. Кроме того, она способна создать его самостоятельно, но ей мешает лень и любовь прокрастинировать. Женщина-лев полагает, что заниматься бытом ей просто не дано. Однако, если ей нужно произвести на кого-то впечатление, то она переступит через себя и создаст вокруг уют и комфорт. Женщина-овен не любит хлопотать по хозяйству. Но несмотря на это, благодаря ее энергичности и желанию постоянно действовать, наводит она порядок молниеносно. Ну и, друзья, мы подобрались к самым неряшливым и неприспособленным к бытовым сложностям женщинам. Итак, третье место занимает женщина-стрелец. Как правило, это ухоженная, страстная и запоминающаяся дама. Ведение домашнего хозяйства для нее становится сущей пыткой. Естественно, она будет приводить дом в порядок и сможет приготовить несколько блюд. Но при этом она постоянно будет говорить о том, что рождена для другого. Второе место занимает женщина рыбы, загадочная, мечтательная и нежная представительница этого знака зодиака. Она начнет уборку только в тот момент, когда закончится чистая посуда. По пыли на полке можно будет писать записки, а пройти по полу будет мешать разбросанная одежда. До этого она будет считать, что в доме у нее порядок. Ну и почетное первое место занимает женщина-скорпион. Постоянные ссоры, конфликты со своей второй половинкой не позволяют ей задуматься о такой мелочи, как уборка или готовка. Кроме того, представительница этого знака зодиака очень любит выяснять отношения эмоционально и бурно через мытье посуды и другие увечья интерьера.